Какой широкий рот. Ладно, здравствуйте. Здравствуйте, 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 уважаемые девушки, женщины, дамы. Меня зовут Александр Сас, и я пришел рассказать мужской взгляд на сегодняшнюю тему. Знаете, когда я готовил это выступление, я понял женщин немножко лучше. И первое, что я понял, это как узнать, свекровь ты или теща. Знаете как? Не. Надо вовремя сделать УЗИ. Ха-ха-ха, дисло. Еще я узнал такую информацию. Многие девушки утверждают, что в одиночку очень сложно воспитывать мальчика, которого тебе родила свекровь. Это точно. Это точно. И я сделал свое умозаключение и понял, что нужно делать невестке, чтобы никогда не ссориться со свекровью. Давай. Нужно один раз собраться и решительно сказать «нет» в ЗАГСе, и все. Це не підходит, ні. И готовясь, я понял, что свекрови, они же разные. Угу. Их можно классифицировать. Смотрите, я разложил на 4 типа, и вот первый тип свекрови, ну, детки, ну зачем вам снимать квартиру, ну давайте у меня поживете, ну, это свекровь-экономист. Чтобы быть такой свекровью, не обязательно иметь экономическое образование, кстати. Это точно. Тип второй. Эти свекрови ведут себя так. Так, детки, я вам в интернете скинула там ссылочку со статьей. Обязательно прочитайте. Это свекровь-хакер. Ага. И хейтер. Хейтер, окей. Good English. Это женка. И есть еще один тип свекрови. Они говорят, так, детки, начинается растущая луна. Поэтому, когда будете ложиться спать, положите себе мелочь в трусы. А утром проснетесь и посыпьте черным перцем свою кредитную карточку. Это свекровь-экстрасенс. Да. И есть четвертый тип, мой любимый. Это свекровь, которая ведет себя так. Да, да, да. Мой мальчик кому-то нравится, да. Да, его кто-то взял, да. Я считаю, это моя мама. Мама, привет, я тебя очень люблю. Вот, кстати, по поводу моей мамы. Моя мама очень радуется, когда я со своей женой, со своей девушкой приезжаю в гости, она говорит, его жена я так девушка. Рада, я так рада, я так рада. Она действительно рада, но первые 2 дня. Вот. Потом она тоже рада, но потому что мы уезжаем. И правильно. И правильно. Что, ну, конечно, взрослые, приехать. Взрослые люди должны жить отдельно. Следующая ситуация, знаете, это в отношении моей мамы. Я все детство ломал голову. Я ее спрашивал, мама, как ты делаешь такой вкусный борщ? А ты же его только приготовила. Она говорила, ну это мой маленький секрет. Когда у меня появилась девушка, она этот секрет ей рассказала, и я узнал этот секрет. Оказывается, мама по-тихому готовит борщ в понедельник. Понедельник, вторник, он настаивается. А в среду она мне говорит, я приготовила борщ. И все. И я подумал, офигеть, это ж сколько у женщин таких уловок, о которых мы, мужчины, вообще не догадываемся. Это просто какая-то женская матрица. А мы просто бакланы все это лопаем. Вот, и я не знаю, как вы отнесетесь к этой истории, но жизнь, к следующей истории, но жизнь — это хороший автор, и я хочу вам ее рассказать. Мы приехали к моей маме в гости, и я сижу за компьютером, как обычно, а девочка общается на кухне. И ко мне подходит Настя и говорит, Саша, только что мама, твоя мама потрогала меня за грудь, просто в шутку. Я, конечно, хотел ей ответить, мол, да не переживай, твоя мама меня тоже трогала, но я не стал эту шутку произносить. Я решил понять и ее, и маму, и сказал, я говорю, Настя, ну мама просто проверяла, сможешь ли ты выкормить такого же бычка. На что Настя сказала, хорошая идея, пойду потрогаю грудь, которая выкормила такого бычка. Вот. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи. На то, как течет вода, горит огонь, и как свекровь и невестка узнали о том, что у них 1 размер одежды. Это начинается двушка Fashion Week. Просто, а, как я тебе, а, что, бананы снова в моде? И девочки одновременно,
мода циклична. А я в этот момент, ну я так понял, супчик я себе сам разогрею. Но если честно, в моей семье мои любимые женщины, они не ссорятся. Потому что они умные люди. Умные люди ссориться и кричать не будут. Любите и будьте любимы. У меня все, спасибо.